Кстати, а вы знали, что я профессиональная шаманка? Да? О, я не знал, Женечка, ты от меня сигареты такие имеешь. Жгите, жгите, жгите. Давай. Вызывай корабль, Женечка, вызывай корабль. Жги, жги. Ой, 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 ой. Женя, ты дождь вызвала, не корабль. Ты что-то перепутала. Дождь. Так я же понимаю, что это не работает. Не работает. Женечка. Я перепутала заклинание, я перепутала. Заклинание не те. Господи, я падаю, помоги. Да чё ты такая кривожопа, я тебе помогу. Прохождение карт от подписчиков, SkyWars и многие другие мини-игры, монтажи по Майнкрафту и многое другое ты сможешь найти на канале The Alvin. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы продолжим играть Тото и Папочка в Майнкрафте. Алло, помогите, я еще не вижу. Всем привет, ребята! Да, ребята, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы будем продолжать выпускать вот таким составом. Да и, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылки есть в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии, писать в комментариях новые идеи для серии «Кто твой папочка». Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы эта карта осталась в описании, и вы смогли ее сами скачать и поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папа, Эдички, а куда мы сегодня направимся? Мы будем сегодня гулять на лодках. На лодках? А куда поедем? Путешествие? Просто... Будем просто в озере плавать. Хорошо, хорошо, ура! Хочу на озеро. Давай, вставай, вставай! Побежали, побежали! Тихо, тихо, пойдемте. Ура, вперед, ура! Ура, ура, мы едем, ура! Только непонятно куда, зачем и почему идет дождь и что. И мне погода не нравится очень, папа. Папа. Эдичка, он сидит под дождем. Бедный Эдичка. Выставили меня сюда, сами вот там сидят в кабине. Стреляй, Эдичка, давай. Куда стрелять? Эдичка, воробьев. Стреляй, по всем стреляй, атакуй. Патронов нету. Папа Эдичка, а как обстановка, нормально все? Пока все хорошо, но уж мне кажется, у нас немножечко много воды в каюте нашей. Да. Мы доплывем? Ты ее выпей, может доплывем. Выпей. Выпила. Теряли меня. Где я? Папа, вернись! Тонем! У нас нет воды! Шторм начался! Нет! О боже, где мы? Женечка, где мы оказались? Папа! Проснитесь! Так, тихо, все хорошо с вами, все нормально, да? Да вроде да. А где мы? Тут скелет. Мадагаскар! Папа? А это что такое, папа? Эдичка? Это по идее, да, понимаете, у меня мало было уроков географии. Вот. И поэтому, по идее, это остров. Круто! Смотри, здесь вот да, это же вещь корабля. Что я нашла? Папа, мы тебе ничего не оставили. Круто. А где наш корабль? Вы знаете, что у меня будете делать? Вы будете продавать мои же пушки потом за мою же еду, понятно? Так что. Папа Эдички, держи. И что это такое? Это я тебе дарю. А кстати, смотри, я там что-то вижу. Я тоже вижу. Пойдем, Эдичка. А как мы отсюда выбираться-то будем? Где наш корабль? Не знаю, вообще какой-то разбился. Необитаемый остров. Смотри. Я был не виноват, он сам разбился, понимаете? Да, конечно. Так. Это что такое? Похоже на письку. На письку похоже. Не знаю, ну тебе виднее, Женечка, тебе виднее. Нет, да, на Статую Свободы похоже, чем тут смахивать чуть-чуть. На твою письку похоже, Эдисон. Ну зачем ты всем рассказываешь? Ну да. Папа не должен услышать. Пойдемте уже, письки. Ура! Папа! О боже! Папа, смотри! Это самолет? Ну мы тебя спрашиваем! Там кто-то есть! Кто? О боже, смотрите! Тут тоже кто-то есть! Он мертв! Папа, сделай искусственное дыхание, может она живет еще. А там живой есть, там наверху живой есть. Может мы ему поможем? Давай, а смотрите, так много крови, по-моему, на одного человека слишком много крови. Смотрите, еще мертвый, еще. А тут еще один человек! Где? Вот. Они мертвые, прям мертвые. Ну проверь! Как?
Вот как Женечка, как Женечка. Женечка, мертвые, да? Да, 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 мертвые. Теперь тебе. Как тому, подняться, типу, который там. Ну, если бы моя девушка такой дурында не была, то мы бы уже поднялись. Ну да ладно, папа. Терпите блоком, держите. Ой, я тоже что-то. Выпишите меня отсюда. Папа! Как тебе помочь, папа? И что дальше? Что дальше? Что дальше? Вы убили последнего выжившего на этом острове, что вы наделали? Это папа был, да? Это был нет. А это что такое, смотри, папа? А может там сокровище внутри? Да, я думаю, там сокровище. О, реально сокровище! Как нам их достать? Как нам их достать? Сокровищами! Быстрее! Какими сокровищами, по жопе? Там какие-то алмазы, алмазы! А, я застрял! Папа, я вытащу тебя, папа, я вытащу! Вытащил, да? Не за что, папа. Как нам сокровища достать? Ты сломал все сокровища! Вода еще, понимаете, с моря осталось. Смотрите, что там вижу. Я вижу что-то там, вот с той стороне. Где? Я тут только кровь вижу. Это золото. Где золото? Где? Что? Вон золото. Там кто-то сидит. Мы не единственные выжившие. Ууу, выжившие! Пойдемте быстрее. Подождите, кто там? А, они плохие. Кто это? Убейте кто-нибудь этих тварей. Лемуры! Лемуры! Главный какой-то там, давайте мы его бить не будем. Помогите, меня сейчас затолкают эти лемуры. Еще один! Убейте этих мразей. Они хотели съесть Алекса. А надо вытащить этого Алекса, нужно его срочно спасите вытащить. Его. Да давайте я его столкну. Ты жив? Нет, дебил, в другую сторону, в другую. Бьет, убейте. Зачем мы его спасали? Он маньяк оказался. Женечка. Тут есть Джулиан. А что с этим главным делать? Он же вожак этих всех. Надо его взорвать, пока он нас не видит. А ну. Нужно срочно его взорвать. Ой, он бессмертный какой-то. Во, я вас спас. Он ожил. Какой-то бессмертный у нас лев нафиг. Ладно, давайте его оставим. Вы убили Джулиана? Не вы убрали. Знаете, мне как-то не очень нравится этот остров. Папа, верни нас домой, папа, пожалуйста. Я боюсь. Пойдемте еще по острову, нам нужно срочно найти выход отсюда. Папа. Давайте будем смотреть, что здесь есть еще на острове. Может, мы найдем что-нибудь интересное. Давайте, вперед. Пойдемте. Папа, мы уже целую ночь тут ходим, не можем выход найти. У меня есть одна идея. Помните, мы нашли чучело, которое мы нашли в начале. Да, вот оно. Да, и что? Мы можем его поджечь, у меня есть зажигалочка. Кстати, вот. А вы знали, что я профессиональная шаманка? Да? О, я не знал, Женечка, ты от меня секреты такие имеешь. Корабли. Жгите. Давай. Вызывай корабль, Женечка, вызывай корабль. Жги. Ой. Женя, ты дождь вызвала, не корабль, ты что-то перепутала. Дождь. Так я же понимаю, что это не работает. Женечка. Я перепутала заклинание, Заклинание не те. Да господи, я падаю, помоги. Да чё ты такая кривожопа, я тебе помогу. Не надо меня, Женя. Ты опять заклинание перепутала, Женечка. Ну хотя бы. Нет, это Женечка перепутала. Да это я что-то перепутал. Мне кажется, корабля нету, и это все бесполезно. Я говорю, она дождь вызвала, не корабль. Смотри, там что-то есть. Где? А? Ты какая шутница. Папа. Отпустите! Папа! Отпустите меня! Ты в курсе, моя девушка ведьма? Нужно сжечь ее! Папа, у тебя зажигалка! Отпустите меня! Отпустите! Женечка, извини, но ты ведьма! Нет, отпустите меня! Это давно уже не в моде! Вы, чертовы, не можете! Гори, ведьма, гори! Не горит, она точно ведьма! Нет, все-таки сгорела, все-таки, наверное, не ведьма. Все-таки, наверное, да, папа, мы походу ошиблись. А нет, появилась ведьма, все-таки ведьма! Это психи, просто психи. Ужас какой. Что? Что дальше? А я вижу там, смотрите, огники какие-то, факела. Вы походу... Я просто сам оборонялся. Я не хотел. Ты можешь объяснить, что это за большая палка?
Это моя шаманская палка. Хотите, чтобы я опять вызвала дождь? Не-не-не, Женечка, успокойся, успокойся. С тебя хватит на сегодня. Уже на длинную. Смотрите, там что-то есть. Факела какие-то. Там есть кто-то! Корабль! Это наш корабль? Нет, не наш корабль. Нет. Это похоже на лемуров, кстати, да? Рядовой, нет. Шкипер, Рико. Это пингвины. Они построили этот корабль. А может мы одолжим? Корабль? Да! Да, давайте, давайте, давайте! Бейте, бейте! Твою мать! Наш корабль! Иван, помогите! Все, все! Да-да, побежали, побежали! Дайте я за руль, я за руль! Я за пушку, я за пушку! Все сели, давай, давай! Единственное спасение Даши! Давайте, давайте, валим с этого проклятого острова! Я стреляю, стреляю! Фу, мы выбрались! Ты там самолет! Самолет какой-то! Давайте в самолет, боже! Мы ехали в самолете! Самолет, самолет! Давайте, выпрыгивайте, выпрыгивайте! Он какой-то маленький, ну ладно. А там только одно место, походу, поэтому мы все не станемся. Так. Алло, меня забыли, где я? Пап, ты знаешь дорогу домой? Кто знает дорогу домой? Я знаю, да. Она сама улетела, папа, я тебя еще подберу. Папа, садись, садись! Пока, Локи! Я улетаю! Она нас предала! Я упал из самолета! Ага. А сейчас соси пиписку, мы не вернемся за тобой! Соси пиписку! Прощай, Женечка, прощай! Женечка, моя школа, красава, давай пять! Давай! Стойте, говнюки! Подождите! Мы передадим привет твоим родителям, Женечка, не беспокойся. Что это лодка? Я занят. Дай, подождите меня. Папа, куда мы вообще плывем? Ты знаешь вообще направление? Мне кажется, мы сейчас на другой остров какой-то попадем. Смотри, аномалия! Овцы плавают в океане. Реально, ну подождите, алло. Опа! Какой-то остров. Вот, я с вами. Ну прикольно, мы походу теперь на острове, да, жить будем? Мы еще один необитаемый остров нашли. Я застряла, может, могу вам сказать. Я застрял. А мне интересно, папа, какие тайны будут на этом острове? Это же еще какой-то остров. Ну хрен знает, мне знаешь, какое предложение? Чтобы какой? Наши зрители набрали 5000 лайков, и тогда уже посмотрим, какое продолжение. Да, мне тоже мне так кажется. Наверное, этот остров будет еще таить больше тайн, чем предыдущий. Поэтому, ребята, забываем встать до хоры убивать моего папу, Жень! А я шаманка. А, я понял. Ну, в принципе, ребята, действительно, на этом мы будем заканчивать. Мы надеемся, что вам понравилась эта серия. Поэтому, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, 5000 лайков, и мы выпускаем новую серию «Кто твой папочка?». И не забывайте обязательно подписываться на наш канал, и все ссылочки есть в описании. И также, ребята, не забывайте оставлять ваши комментарии под роликом, ведь мы читаем все комментарии, на самые интересные мы отвечаем. И самые интересные идеи для новой серии «Кто твой папочка?» мы будем стараться реализовать. Ну и да, ребята, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.